6 медалей, 4 из которых золотые. С таким багажом на родину из Испании вернулись триумфаторы первенства Европы по тэквондо. Минувшие ночи юных героев встречали в махачкалинском аэропорту. На месте событий побывал и наш спортивный корреспондент Курбан Рагимов. Объятия, поздравления, море цветов. Родные, друзья и тренеры не сдерживают эмоций и признаются. Успехом нашей команды действительно можно гордиться. 6 наград с континентального первенства. Такого урожая медалей с международных соревнований по тэквондо дагестанцы не привозили уже давно. Эмоции у нас у всех очень положительные. Ребята выложились, провели сложнейшие поединки. У каждого из них было минимум по 5 боев. Мы здесь болели, наблюдали. И часть тренеров наших была там, часть тренеров здесь осталась. Мы очень довольны результатом. В испанском городке Маринадор тэквондисты выступали в двух возрастных категориях – среди юношей и юниоров. На высшую ступень пьедестала поднимались Магомед Гаджи Магомедов, Мохмад Таймасханов, Саид Абдулаев и Джавриат Алиева. Бронзовых наград удостоились Абдурахман Кадыров и Айна Мурзаева. На импровизированном митинге к медалистам, их тренерам и родственникам обратились представители Минспорта, Федерации тэквондо и руководители спортивных школ. Я от души хочу поблагодарить, поздравить всех тренеров, родителей, всех родственников с успешным выступлением наших дагестанских молодых тэквондистов. Тэквондо – молодой вид спорта нашей республики, но несмотря ни на что, сегодня они показали свою лидирующую позицию на первенстве Европы. Это был нелегкий труд. Хоть сейчас висят золотые, бронзовые медали, сзади стоит огромный труд. Спасибо тренерам огромное всем, и личным, и сборным тренерам. После встречи спортсмены еще долго получали поздравления и фотографировались. С таким вниманием они окружены впервые за свою карьеру. Впереди всего несколько дней отдыха и снова на тренировке. Ведь для этих ребят жизнь в большом спорте только начинается. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.